Приготовим легкие воздушные булочки, как пух. В чашу просеиваем муку, добавляем соль, сахар, дрожжи, хорошо перемешиваем и делаем углубление. Добавляем яйцо, вливаем молоко, масло, замешиваем тесто. Нам нужно собрать все ингредиенты. Тесто должно получиться очень мягким. Затем переходим на стол. Месим тесто в течение 5 минут. Оно должно быть мягким и не липнуть к рукам. Смазываем чашу маслом и оставляем тесто на 1,5 часа, закрыв полотенцем в теплом месте. Тесто подошло, делим его на равные части, у меня получилось 8, и формируем шарики. Полученные шарики выкладываем в форму, смазав растительным маслом, закрываем полотенцем и убираем на расстойку на 40 минут. К желтку добавляем молоко и смазываем наши булочки. Убираем в разогретую духовку до 180 градусов на 20-25 минут. Приятного аппетита!